Как все, чувак, я тут. Чувак, хрен ты опять так пугаешься, ёпта. Я, кстати, вчера время перепутал. Мне вчера надо было, короче, подходить к 7, а я, короче, вышел за час раньше. Потому что, сука, у меня компьютер перевел меня на зимнее время. Гандон. Так, ага. Чувак, я тут, прикинь, оказывается, смотрю, вода поднимаюсь вверх, а там, знаешь, где я, короче, плаваю? 3/4 высота, и я в море. Ага. Я охренел даже. А тут еще Санин меня встретил очень интересно, в виде снайпера элит, потом этого зомби и еще вот этого толкателя анального. Вот он опять! Анальный толкатель. Пошел нахуй. Сука! Сука! Анальный толкатель 228. Тут, кстати, большая пещера. Прикинь, если бы здесь были какие-нибудь аутисты, которые умели копать. Ну, мобы. Это вообще очко было бы. Да. Чувак! Что? Чувак, как там? Посмотри, короче, вот я тебе кидаю. Посмотри на карту, сколько там зомбей. Зомбей? Короче, на карту посмотри эту маленькую. Зашел в скайп? Да. Видишь, сколько этих аутистов? Да проще с такой гейпати. Нифига. Анальный толкатель. Сука, я тебя так называть буду. Потому что он тебе в жопу вставляет. О, снайпер элит. Сука, а охренеть их тут сколько. Пошел нахуй. Он даже промахивается, вот лох. Чувак, ты бы мне дал свой лук. Было бы вообще классно. А что это? Ух, ёпту, голубя! Тут такая санина, Арсений! Что там? Тут анальные толкатели, снайпер элиты, зеленые члены. Можешь помочь мне сюда телепортируешь, у тебя просто лук есть, а у меня тут вообще очко. Давай. Чё, где они? Там еще, кстати, слендермен есть. С той стороны, вон, стой. Ага. Короче. О! Ну все, чувак, тебе очко. А это что за это чё за чмо? В смысле? Где? Смотри, сюда топаешься ко мне. Чувак, тут просто такой гей-пати, видишь? Это я рядом стою. А вот это вот санина, который вот это в куртке зомби с киркой, это кто? Это Undead Miner. Майнер? Да. Monkey Miner? Да. А чё с него дропается? Я уже не помню. Я сейчас сдохну опять. Ну так отойди. О, там Слендер Мэн. Сука, Арсений, я сейчас сдохну. Убей член зеленый, сейчас взорвется. Так я убивал. Сзади. Чувак, там Слендер Мэн, давай хренач по нему. Вон он возбудился. Я, в смысле? Нам нужно Коэндер. Давай, хренач. Сзади, член! Да насрать на него! Ты, в смысле, ты куда? А это что за стрелы? А, это из этого лука? Да. А он сдох, ты получил это? Кого? Очко? Ну, очко. Так он тпшился отсюда нафиг. Охренеть, тут сколько рута, а у меня кирки нет. А у меня есть, я все. Охренеть, у меня 37-й левел, Арсений. У тебя? Да.
сделай, чувак, можешь сейчас на базу телепортироваться и это. И там этот вот как раз обстроить все этими книжными полками, чтобы максимально хороший зачар получить. Прям вот полностью их обстрой. Типа, чтобы расстояние было один блок. Там только кожа нужна, поэтому с этим надо придется серьезно помастурбировать. Так у меня аж тут дофига книг. Ну, вот и отлично. О, снайпер элит. О, ни хрена тут. Кейпати. Так, все, чувак, я АФК 5 сек. Я здесь. Ага. Мой сладкий. Пит. Возможно. А ты что делаешь? А ты тут? Да. О. Добываешь, да? Руду добываешь анальный? Обязательно. Ух. А что ты интересного? Ничего. Не, если там какие-то будут интересные герои, то ты меня зови, я должен в этом поучаствовать. Интересные герои. Ну, типа там всяких драконов обоссанных. Я понял. Тридцать восьмой левел. Нормально. Да, Арсениус! Что? Чё там за параж? Чё ты тпшнулся? Ничего. Там все закончились просто, вот и все. Нихрена ты долбишь по клавиатуре. Это я слегка нажимаю. А здесь, кстати, на карте не показывается, что у нас это. Здесь пещера. О-о-о, офтальмолог. Чё там? А, это как он там, я забыл, как эта штука называется, которая вот анальный что-то там. Толкатель. Опять анальный толкатель. Толкан. Анальный толкатель. 28. Главное майнера это встретить. Зачем? А он хороший, он там его может пиздить. Логично. Сапфиры. 16. Анальные залупки. Чок, давай какая-то ягозонокосилка. А. Че ты угораешь, что у тебя получится, у тебя нос заложит. Я знаю, сейчас только вот эту санину убью. Я могу, я угорать начинаю. Арсений, ну давай тебе, короче, это профессионально надо, это, ну это, дела, чтобы делал. Чётко вообще сказал. Ох, хох. Ух, юх. Тут столько коксакеров, охренеть просто. И сейчас погоди, я ТП к тебе. Зачем? Да просто поугарать хочу. А, тут никакого параша нет. Ну ладно, сейчас найдем. Сейчас мы найдем приключение на твою маленькую анальную задницу. Сука, кто меня стреляет? Теперь ты знаешь, каково это не уметь дышать. Не уметь дышать. О, у меня аж факел халявный есть. 39 уровень. Нормально. Копаешь, да, типа? Ага. Как ты нас... А ты чё, это тоже это? А чё это за спид сейчас был?
Хоть спид, ты че? Ну, скорость. Ну, спид бывает только когда скорость, а скорость бывает только когда спид скорость. Чувак, ты сейчас такую логичную санину сказал. Тихо! Ёп! Чувак, тут какая-то параша. Ну, бывает. А-а-а! В Т-мобиле. А-а-а! Это, как она называется? Кто? А, слизкая санина! Чисто это ко мне, Арсений. Погоди, тут столько рут у меня. Сейчас я быстро. Только не убивай никого. Ой, сейчас он сдохнет. А, нет, все, я спас. Да, спасай его. Это какая-то санина, я не знаю, как она называет. А, как она называется? Никак. Вот видишь? Во-во-во, она еще. А, ходит, это лев. Понятно. Санина обоссана, видишь, он это? Он еще должен сказать «Моя прелесть». Что? Потому что он похож на этого актера. Из «Поломалив манежа Гельда»? Нет, из этого, который это играл, это «Моя прелесть», говорит. Как же его звали-то? Николай, наверное. А, Басков. Нет. А Water Essence нужно? Да, все нужно для магии. Так, блин, я даже не помню. Если бы я вспомнил... А, это шкаф был. Точно. Что шкаф? Это шкаф был. Что шкаф? Так говорил. Кто? Ну, давай потанцуем, моя прелесть. Какой шкаф? Не шкаф, комод, короче говоря. Какой комод? Из Шрека второго. Причем тут Шрек, я говорю про «Властелин колец». А ты его сейчас смотрел? А я тоже не смотрел. Ну, который говорю, «Моя прелесть». Я не знаю такого. Чувак, а тут реально нельзя никак какие-нибудь рюкзаки здесь? Я. Не-не-не, там же смотри, бы. Сука, сдохни от спида. Это, не-не-не, смотри, Арсений, вот там вот есть этот, как он мод называется, где пчелы? Где пчелки обоссаны? Forestry. Forestry, вот, там же есть рюкзаки, вот можно сделать их, в них хранить как раз, там же есть обычные. Сейчас. Там действительно есть, чувак, поэтому можно это себе очень чувак, удобно. Если ты их сделаешь, я просто, я не знаю, я тебя вообще чпокну. Ну, можешь ты сделать, у тебя все равно это как бы это... Что? Потеребить, ты же... О, опять анальный толкатель. Так я занят как бы. Слушай, знаешь, в чем минус анального толкателя? То, что он с маской не пользуется. Охренеть, тут сколько... Два анальных толкателя! Пошли в очко! Что пошли в очко? Два анальных толкателя. Я просто двух голубя любил. Во что? Сумку. Какую сумку? Для транспортира? Да. Там, короче, чтобы сделать как раз вот эти вот рюкзаки, нужно это. Там, что там нужно? Там нужно, короче, всякие эти механизмы сделать из Forest. Ну, уважаемый Сас, вы не могли бы слезть, а? Спасибо. Анальная заглотка. Чё за хрень, а? Чё? Чувак, если бы бомбанул эректор, то у нас бы полкарты уже бы не было давно. Как говорится, задумайся об этом. Опять чё этот... Я... Аллах Акбар. Будь там. Ты слышишь? Нет. Чё там? Это хорошо. Автомобиль, в очко себе стрельни. Может быть, оттуда вылетит голубь и скажет, ты чё, дебил? Так, надо восстановить лазуритные конденсаторы. Сука, конденсатор у меня ассоциируется с ЕГЭ по физике. Ну, это болезнь. О, слышишь?
Это кто, офтальмолог? Нет, это голуби на этой, в коммуналке делают ремонт. А что, им нравится делать ремонт? Очень. У них привстает хохолок. Так, чувак, смотри, я вот сейчас проверю твою подготовку. К чему? К твоему маленькому голубю. Не, я серьезно, я сейчас проверю тебя на все. На спид? Ха-ха-ха, да. Да, я готов. Вот сейчас мы определим, спидер ты или нет. Это как? Это я сейчас посмотрю, что ты сделал. В смысле, а что ты просил? И вот я в самолете. Арсений, знай, ты... Пидорас. Это 100%, вот это пруф и 200%. Я же тебя просил сделать эти обоссанные полки вокруг этой... Санин. Я же тебе сказал, что у меня этих полок полно. Ты говоришь, а, ну ладно, все. И ты сдох в итоге. Так что, кто пидор? Ты пидор. Ты. Кто пидор? Ты пидор. Ты. Арсений, вот смотри, я сейчас сделаю. Опа, 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 опа. Где ты их делаешь? Давай, покажи мне. Ну и... А как полки анальные делать? Вот и пошел нах. Как полки делаются, Арсенис? Арсенис. Книжки у нас есть, просто книжки, Арсений. Дай мне книжки, пожалуйста, обычные. Ну так возьми. Нет у нас книжек обычных. Есть. Ну дай мне их, пожалуйста. Так, где эта санина, которая называется тростник? Там тростник. А как тростник крафтится, чувак? Ты чё, дурак? В смысле, как тростник крафтится? Не-не-не, бумага. Как бумага? Бумага 3. А, так в смысле, я делал 3, а хрен ли она аутизма страдает? 10 нужно, значит. Это значит 30. Офтальмолог! Так. Чё, голубь залез? Да. Сейчас вылез. Анальное колечко 228. Так. Ты чё, пидор, что ли? Ебать, как смешно. Уж ты бэкпэк сделаешь, а, умник. Бэкпэк, я говорю тебе, нужны механизмы, Арсений, а ты любишь вот теребить, вот удачи потеребить. Это я тебе удачи пожелаю потеребить, да. 15 золотов, ё-моё, рюкзак, обосраться. Чувак, а в инвентаре сколько? 1, 2, 3. Короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3. Голубь пошел посрать. Ну это у голубя, надо спросить, что он больше любит. Анальный крем-байк. Кто? Ты чего это вообще, откуда взял? Да из мультика одного там фраза. Из какого мультика, про говно? Не, нет. Может, ты пидор? А может, ты говно? А может, отсосешь? А может, погладишь голубя? Зачем? Ему понравится. Потом в очко клюнет. Это что за параша? А, это ты. Что за параша это? Ты просто там что-то крафтишь, а я у тебя тут пижу ресурсы, ну в смысле это. В смысле? Ну-ка подошел сюда быстро. Ну и куда ты это ушел? Что ты делал? Что ты сделал? Что ты горяешь, а? Ой, меня залагало. А нет, это у меня просто глаз закрылся. Что? Что ты несешь?
Это и я говорить. Что ты несешь? Я несу радость, счастье и твой тортик. Почему мой? Да он просто это... Да ты заколебал, что ты угораешь-то, а? Чувак, у тебя... какой у тебя уровень? У меня 41. Иди сюда быстро. Я иду ко мне. Вот так быстрее. Зачаруй у меня лук. Алло, куда? Да сейчас, погоди. Арсений, я сейчас сделаю вот только что вот надо. Завелся, да? Санинавос, Арсений, смотри, я хотел просто зачаровать себе лук, чтобы вот я хотя бы вот, ну, не теребил. Давай после этого я тебя зачарую. Хорошо. Я тут тем более обставил все на полках. Я тебе это лопаты по лесу дам. Че? Ну, чувак, у меня только 11 левел остался. Давай попозже. Чувак, у меня есть силы 4. Ну-ка, можешь ко мне подойти? Хотя, не-не-не, сейчас вверху. Просто я хочу тебя стрельнуть, скажи, сколько урона будет еще. Давай. Надо отойти. Ноль. А... Все еще ноль. В смысле, а почему я не попадаю? Потому что у нас ПВП отключено. А нельзя сейчас как-то включить его? Нет. Я, короче, подумал, может нам вообще на хардкоре играть это, типа, 1.12, ну, типа, без вот это, keep inventory, без, типа, грифа мобов. Да-да-да-да-да. А? Да-да-да-да-да. Так у нас моды будут, ты уверен? Вот сейчас, смотри, у нас моды есть. Мы по 100-500 раз подыхаем, ты уверен? Ну, нормально будет хардкор, я буду орать. И мы не будем ТПшиться, понятно? Чувак, я буду орать без маски. Смешно-то как, ебана мать. Не, ну серьезно, Арсений, жестко. Я согласен жестко. Да. Я согласен жестко в смысле играть. Да, это жестко. Ты что, это вспомнил мемчик, да? Да. Я его просто, да, недавно скидывали его. Куда? В личку, ВКонтакте. Автомобиль. Чувак, я так далеко. Ух, сколько здесь санина, Арсений. Живой? Ну ща, я посмотрю, что там за санина. Так, тут я вижу вот парашу, ее выкопать надо. Я сейчас быстренько Арсений набью уровень, не волнуйся. А тебе, кстати, что сейчас уже собираться? Да-да-да, я... Сука, я так и хотел тебе сказать. Слушай, Арсений, не надо в мамку превращаться. Как можно в мамку превратиться, скажи, пожалуйста. Ну ты типа такой, это типа через час это все надо уходить. Да, через час тебе надо уже компьютер выключать. Ты чё, дурак? Ты чё, Дерек? Ты чё, Директ? О, Санина. Я тут был? Я тут был, пожалуйста? Я не был. Да, я здесь не был. Или был? Анальный толкатель! Не надо! Не надо! Сейчас, где он? А, он пытается... А, он не может... Ко мне прийти, потому что его смывает вода, хотя он летает в воздухе. Логично. Это же Майнкрафт. Чё ты хочешь?
опять Николай копаю. Руда такая, Николай просто называется. Я понял. Можно еще по-другому назвать. Санина. Синяя санина. Санина обыкновенная. Слушай, сколько раз я уже сказал санина, играя на этой сборке? А, триллион. Да. Да, да, да. Да. Да, да. Естественно. Естественно. Я хочу сказать не естественно, а естественно. Естественно. Так вот. Опа. 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 Так чё, если получится это куда-нибудь смотаться в пятницу, то ты чё? Я, да, я готов. Ну там просто надо это, просто тренироваться. В смысле? Ну, анус тренировать. Это точно. А куда ехать-то? В ДНС мы едем. А, в ДНС ты захотел? Я думаю, мы на заброшку поедем. Ах ты! В смысле, а куда на заброшках-то? Воробьевы горы. А, да там все равно делать, наверное, нечего. Дайки колобаны. Николай, 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 Николай Санина. Опять газоны косили. Автомобиль. Ай. Автогандон вас. Я говорю, автогандон вас. Остановитесь. Какой же я бред несу? Да точно. Ты укуришь просто, вот и все. Кого, в голубе? Да, голубе скуришь, и тебе хорошо будет. Куда он улетел? На Луну? А, вот тут. Это кто? Иллюминат. ФМ? Да. Ага. Ага. Не, услышал свое это. Отражение. Услышал свое отражение, это как? Ну, в смысле, это, Санин занимался. Просто у тебя что-то как-то лагает это тут. А. Я себя слышу. Ну сейчас уже нет. Но это единичный случай, на секунду буквально происходит эта параша. А у тебя системные звуки отключены? Я не знаю. А как они вообще включаются, я не понимаю. О! Ну-ка, опа! 16 урона. Да сука! 13. Короче, слушай, да хрена лук вообще наносит. Какой? А, я же стрелу, если я попадаю... Чувак, что это за санина? Иди сюда быстро! ТП! Сейчас, сейчас! One stick. А куда она исчезла? А где? Тут, короче, ну, такая санина была. Такой кружок синий, он летал. А, ну это этот, наверное, светлячок был. А кто тебя бьет? Голод. Да? Да. О, чё за санин? А, это понятно, снайпер. Ну что, может ты пешнуться? Если я вижу санину, я тебе обязательно сообщу. Не, ну серьезно, я вообще просто, я не понимаю, откуда санина-то взялась? Прям такая синяя санина летающая, я вообще первый раз вижу. Чувак, это массас. Что? 4 алмаза. О. Вот это называется удачно пришел. Ох, охо, сорохон. Чувак, 8 алмазов уже. Это точно алмазы? Да, точно алмазы. Если я стрелой попадаю, то стрела исчезает, да? Да. Генерации, как на TCR сборке, когда мы играли. Будь здоров, мой сладкий голос. Спасибо тебе.
Чувак, ну 8 алмазов, ё-моё. Ну, чувак, ну все, мы теперь это богаче, ёп. Ты мне броню сделал? Нет, я же говорю, мне нужна энергия, энергии нету. Потому что эректор слабо работает. Чувак! Что? Я тут такой... А это что за санина? Тихо, это Джекомен, не убивай, он торговец! Нет. Да? Он не бьет? Нет, он... Чувак, что? Это спаунер, охренеть, чувак, я впервые в жизни его нахожу. Все. Не ломай... В смысле не ломает? Ты аутист, Арсений, ты аутист! Так, что запомни ли? Это, ты аутист! Так что ли? Это спавнер. Ты аутист, зачем ты сломал? Это спавнер. Это спавнер, ты дурак что ли? Ты понимаешь, мы опыт могли фармить из-за тебя. Хорошо, если ты такой психопат, тогда сделаем так. Сейчас. Пожалуйста, если ты психопат, сделаем так. А, где? Вот. Вот. На тебе твой спавн. Все. Только не психу... Какого? Че? Я зомби ставил, какого хера? А в смысле, я тоже зомби поставил? Это что за санина? Ставь! Чё? А чё? Да не выкидывай, оставь его! Я не выкидываю. Только что зомби был. А, чувак, всё нормально, зомби спавнится. Всё. Поставь еще раз, я убрал. Поставь еще раз. Нахера ты убрал-то, а? Всё, на, теперь ты... Всё, не психуй, самое главное. Конечно, уйти, сделаю это. Ну тут, короче. Слушай, а может здесь точку поставить, как фармилка? Ну ставь. Чувак, ну я. А что в сундуке-то было? Че ты все сразу забрал-то? Да фигня на самом деле была. Там было Шайни Ингот, Амбер и эти порох и все. Чувак, я впервые вообще нахожу такую комнату. Никогда в жизни не находил. Серьезно, что ли? Я тебя поздравляю, ты потерял Майнкрафт свиную девственность. А торговец где он? А он ушел. А куда? Туда. А что можешь с ним делать? Торговать. Ну, короче, забей. Это называется целая удача. Это называется платформа 9,3 четверти. А, понятно. А чё я бью опять постоянно? А, вот. О, вот, ну, вот, что, вот, вот он, вот он, вот он. Погоди, погоди, дай мне посмотреть, что он делает. Я сейчас сдохну, походу. А чё он не дает мне торговать? Видер, рипер, так. А как ты с ним торгуешься? Как с жителем. А у меня не работает, почему? У меня работает. О, коса! Блин, ока эндера. Нет. Ты что делаешь? Я эти синюю хрень выкапываю. А вот! Вот ты самое главное говоришь, что все подряд выкапываешь, в итоге ты все оставляешь. Ну я ту руду, которая мне дает. Ух ты! А чё за броня? Чувак, а чё за визор repair boots? Чё за броня такая? Я собираю руду, которая мне дает. Дает, сука, опыт. Так чё тут за броня у этого торговца? Она против иссушения. А он добрый? А если его стукнуть, он будет меня бить? Нет. Но добрый, да, типа? Да. А типа он и вообще редко встречается там? Нет. Почему первый раз вижу? Ну, потому что кому-то вот так вот везет, кому-то не везет. Да блин. Это называется САС обыкновенный, одна штука. Так. А чё он? А... Опа, чувак, он так быстро ходит, я думал, меня сейчас убить захотел. А чё ты это угораешь, что он быстро бегает куда-то, непонятно, а куда он нашёл?
Ну, это ты ему надоел. Чувак, я тебя хочу разочаровать, но твой спарнер, он вообще ни хрена не работает. Ты просто сломал вещь. Аутист. Вообще-то... Чувак, нету там работы. Зомбей, вот нету. Нету. Я смотрю, нет зомбей уже. Сейчас заспавнится. Я не понимаю, почему ты такой психопат, а? Сейчас потому я не заспавнюсь. Чувак, ты нашел такое сокровище и взял и сломал зачем-то. Нахрена ты чувак, сломал? Чувак, там спавнер стоит. Это не значит, знаешь, что они за секунду должны спавниться. Они, ну, они уже должны были за это время заспавниться. Сейчас они заспавнятся. Чувак, они не за определенное количество времени, они рандомно спавнятся. Они бы уже заспавнились, говоришь тебе. У тебя точка здесь есть? Поставлю. Я сам видел, как зомби заспавнились при тебе. Там неоткуда взяться, они заспавнились из спавнера. Так что они там спавнятся. Так ты поставил вообще этот, как он... Свинья. А заспавнился зомби, как тебе такое? Нет, до этого был спавнер этих зомби. Заспавнился зомби, ты не видел? Нет, видишь, я вот стою, никто не спавнится. Я вот сейчас подожду здесь, похожу и посмотрю, заспавнится здесь или нет. Я сейчас к тебе тоже приду. Ну и нахрена? Ты не вовремя, чувак. Собака, ты обоссанная. Сейчас, погоди, вейпоинт, зомби, вот, все. Нормально. Давай, дать. Да ёкаломана. Всё. Где? Сука, я свалился. Да... Опять голуби летят. Я даже, видишь, свет выключил здесь. Погоди-ка, так. Хорошо, а давай тогда, знаешь, как сделаем? Сделаем вот так. Тут член! Что насрать? Давай тогда, если это получается свинья, может быть через креатив тогда получится. Сейчас. А ты как сделал? Сейчас. А, ты ей выдал? Да. Давай так, сейчас попробуем. Такого... Сломай эту хрень, чтобы опыта не было. Сейчас, так. Так. Автомобиль. Ну и куда мне тут далось? А никуда. Ёкаломана. А чё я взять не могу, а? Ну и где? О, нихрена сундук это мерцает. О, опять этот прошёл. Да твою мать, а? Чё я сделаю? Да я, короче, сделаю, чувак. Всё, не напрягайся, я сам сейчас сделаю. У тебя инвентарь есть свободный? Сейчас, погоди. Выложу всё. А, тут типа нельзя так сделать, что-то. Это полутистически. Во, наконец-то. Сейчас. Ну-ка. Опять свинья. Чувак, а заспавнился зомби? Самое главное. Где? Сейчас. Где зомби? Сейчас. Да подожди. Сейчас я, кстати, посмотрю. Инфу кое-какую. Я тут, короче, положу вещи. Так.
Смотри, они как бы зомби, а потом сразу резко свинья. Санина! Что? Да у меня тут параш это. А почему реально не делается? Может как-то через этот, через доспавнить командой? А другие что, так же что ли работают? А, чувак, ну-ка. А если так? Ох, твою ж мать, а, чувак. Параша. Короче, смотри, как теребить надо. Сейчас я сделаю в оконном режиме. Можно, короче, через команду его попробовать поставить. Убери. Давай. Так, сейчас, смотри. Встань в центр, короче, скажи свои координаты. Я пока наберу. Давай. Минус... Это X получается, 5? Да? Минус 5. Так. 17. Подожди, минус 5, запятая 17, или как? Нет, просто минус 5 и округляю. 17. Там округлять не надо, там целое надо. Хотя, а может и округлять? Какая разница? Короче, Y 17. Так. А, Z, давай минус 94. А, минус 94, сейчас. Так. Сейчас. Так, Майнкрафт. Спунер. Ошибка номер хуй. Не, юх. Ошибка номер юх. Автоголубь, автокран. Так, вот. Ага. Так. Я охренел. Так чё? Чё пишет-то? Сверси 172, я твой рот наоборот. А чё раньше ты не сказали, а? У нас 1.46, попробуй 1.46. Ламода объявляет сезон двойной выгоды. Скидки до 70% на одежду и обувь. Ну-ка, чувак, я читерю немножко. Надо ее занять, у меня сейчас осталось времени до его появления. Что? А, кстати, чувак, мы вообще далеко под океаном находимся. А тут, кстати, чувак, до хрена этих шариков. А, ну, логичная логика. Ну четко, да. Где я? Смотри, Сень, погоди. А нафига мне командный блок? Ты, ё-моё, куда я попал? Чё, я что-то слишком сильно зачетерил. Мне надо забанить. Так, где там? Да чё за параш? Так походу с каждым, ну-ка. Спавнер кита. Ты заспавнил? Что, кого? Ты заспавнил в этой игре? Опять доживю, чувак, опять доживю. Это во сне было точно, я помню. Да чё ты делаешь? В смысле, о чём? А, это у меня мышка опять зажимается. Опять аутизмом она страдает. Они все превращаются в свиньи, чувак. Ну тут точно зомби заспавнился, а откуда тогда? Тут темно, должно должны спавниться все. А это что? Это правильно, это обоссанная свинья.
Ну-ка, если вот так вот сделать. Сейчас. Кто? Пика. Пиратики. А, ну он типа даже не копируется. Чего, что значит выкопать и все? Че, вы какую инфу-то нашел хоть? Короче, тут команда есть только для этого. 1-7-2. Сейчас потеребим. Хорошо, давайте. Через эту хрень, как говорят, типа можно сделать все что угодно. Через какую хрень? А, ну четко. Кстати, вот этот чит мод. О, санина. Это же норма, когда ты стреляешь вверх, а тебе оттуда санина льется. Ну, в смысле, кислота. О, член! Собака обоссанная. А, снайпер элит. Ну давай, попади. Он меня даже не может попасть, охренеть. Какой же ты тупой. Давайте видео школьников посмотрим. А, ну на 2 минуты черный экран, ну да, почему бы нет. Блять, моча льется. Ау. А, понятно, мне поход придется без этого. О, анальные толкатели. Зомби. Я тут случаем не был. Ой, еще один анальный толкатель. Сука, что ты так летаешь-то, а? О, гроза, чувак. Сука, я промахнулся. Тут сколько... Ух ты, сколько анальных толкателей. Сука, меня сейчас убьют. Мразь, уйди от меня. Не трогай меня. Какая мастурбация. Может, все-таки что-то интересное здесь будет плавать. Это кто меня стреляет? А, снайпер элит, давай. Давай. Как ты попал, скотина? Мразь.